сказал, что я без... Да-да-да, где Лава? Здравствуйте, инспектор ТСМ полиции Сянов. Хочу сразу предупредить, ну, что видишь, кстати, называется. Быстрее не показывай. У нас тоже показывай. Я понял, я вас просто предупреждаю. Быстрее не показывай. Понял, я вам предупредил, сказал, что подъедет, ну, поэтому я сделал. Показать? Быстрее не, если хотите, могу показать. Видеофиксация есть нарушение? Наверное, нет. Как он мне объяснил? Извиняюсь, сейчас. Смотрите, расстояние достаточно длинное, да, для пешеходного перехода. Он шел на начале. Пешеход не остановился, не изменил направление движения. Соответственно, он не воспрепятствовал его движению. Оснований привлечения к административной ответственности нет. Нет. Судебная практика у нас поменялась кардинально в этой части. Он не должен знать, ждать километровый пешеходный переход пока. Поэтому оснований для привлечения нет. Я с вами в данном случае, вот как вы поясняете, с этим я согласен. Вот, ну вот товарищ инспектор, который его останавливал. Здравствуйте. Говорит, что пешеход был уже на середине. Говорит, что скорость середины. Смотрите, даже если он на середине, если он не остановился, не изменил направление движения для пропуска автомобиля, то оснований для привлечения водителя нет. Скорость движения, говорит. Скорость движения же остановил. Поскольку... Скорость Юрий Алексеевич Шакеев. Юрий Алексеевич. Я ваше постановление, знаете, кто остановил? Я не могу. Я ясно. А нет, скорость движения. Пешеход. У вас есть подтверждающий видеоматериал? Видеоматериала? Нету. Сейчас, в данный момент... Нет, сейчас. Нету. Юрий Алексеевич. Сейчас спорный момент. Не могу сказать, да, это спорный момент. Сейчас я позвонил с города. Если найдут видеокамеру здесь, если есть она. Безопасный город. Да. Вот она там стоит. Я вот только не могу утверждать, она берет, не берет эту камеру. Берет, она берет до новинки. Ну, не знаю, может, из-за деревьев спрятана, из-за елки. Но в любом случае, если он остановился и поменял маршрут движения, человек виноват. А если он шел, не останавливаясь, да? То основания для привлечения нет. Я понимаю, что вы хотите сказать. Я ведь остановился, посмотрел, как не стоялся, не смотрю, далеко идет, спокойно. Я поехал, я что вы не... Вот что дело. Это тесть у меня. Я понял, он говорил. Житель. Ну, я говорю, вы когда к нему подошел, я говорю, ну что же вы, инспектор, тогда не сказали, что вы это не согласны. Он говорит, не сказал, что он не согласен. Поэтому нет, согласились. Нет, он мне позвонил, объяснил обстоятельства. Я бы согласен, что пешеход. Вы согласились. Изначально вы согласились. Нет, смотрите, правила меняются. Он согласился периодически. Правила меняются периодически. Раньше ступил, попал. Сейчас такого нету. Вы же сказали, знаешь, вы нарушили, он ступил на пешеход. Ну, давай, я согласен. Да, виноват. Сейчас, если видео записи, Он исходил из этого. А я ему немножко как бы разъясняю судебную практику по аналогичным спорам. Тем более достаточно сложный пешеходный переход, достаточно сложный. Нет, сложный, ну был поэтому мы сложный. Здесь каждого... Я насчет этого каждого... пешеходного перехода с кем-то не ругался. И с Романовым, и... Понятно. С Карлом Марсом, который сидят там, регулировкой движения занимается, до сих пор меня не целый. Да, по безопасности. Сложный пешеходный переход. Так что вот ждем, да? Идем. Пока если видео придется, что просто писать, не согласен. Там нет, смотрите, видео. На видео там все равно скорость движения никак не увидите, поменяет он или не поменяет. Да, там да, не видно. Я говорю, даже водитель, вот я сам водитель, я скорость движения пешехода никак не могу отрегулировать. Вот когда он встанет, вот это я могу заметить. А вот он, если вот так вот идет, вот так вот идет, и замедлился. Поэтому, скорость движения поэтому, же поменял. Какой бы материал ни был против человека, в любом случае будет решать суд. Я понимаю, я постановление вынес, он же не сказал, что не согласен. Постановление. Я его сам прекратить не могу. Смотрите, человеку право разъясняли? Нет. Право. Потом разъясняли. Право на иметь защитника разъясняли, вот я спрашиваю. Нет. Разъясняли? Да. Разъясняли? Против себя. Говорил. Мы же поэтому вас ждем. А вот я приехал. Я же даже поэтому ему не говорю, подписывайте быстрее. Поэтому ждем, я же прекрасно это понимаю. Видите, в постановлении нет строки для дачи объяснений. Нет же? Согласен. Это только в протоколе. Ну, я вас понимаю. Вы понимаете, если бы он сказал бы не согласен, мы же в постановлении бы не начали бы делать, правильно же? Он изначально же если ничего, сказал, всего, вопрос, то, что он согласен. Я же объяснил, почему он. Он изначально думал, что он если наступил пешеход, ну, он
А потом же я ему разъяснил ситуацию. Нет, хотя бы заранее сказал. До середины дошли. Не дошли, не дошли. Смотрите, вот эта бумага для него стоит 1,5 рубля. 750, наверное. Ну, сейчас, то есть пополам, пополам, да. Я имею в виду. Пополам 750. Ну, если бы он хотя бы сказал... Ну, это слишком дорогое удовольствие. Не пишите, сейчас позвоню у этот... Нет, вы же не спрашиваете, что вы занимались, я не... вас вообще поэтому, не... Поэтому, подождите, я посоветуюсь здесь, там здесь приехал за 1600 километров навестить меня, дочь свою, там, внуков, у меня четверо детей, мама дорогая. Ну, как-то давайте человечески, я не говорю, что он виноват, там, вообще, железобетон, ну, как там, его сейчас... зло, как я его прекращу? А что, куда, как надо деваться? Либо вам только прийти в ГАИ, лучше оспаривать материал. А что, куда деваться? Придется оспаривать. Он, я же не говорю, что рвите его. Нет, я поэтому его списать не могу. Потому что мы... Ну, пусть будет, пусть будет. Дату назначайте, мы придем, сходим, потратим свое драгоценное время. Я завтра уезжаю. Ну, доверие составишь, простая письменную форму, там, для себя. Управляешь не будет. Пусть человек хочет уехать. С грузом. Да. Нехорошим. Да заплачу я, пусть оставляет. Ну, смотрите, даже элементарно. Откуда? Прямо оттуда же успокоить. Нет, пока вы ехали, у меня вот сейчас на камеру все это снималось. Вот сюда трое проехали, пока там все на перемещались. Ну, реально, они сейчас видят, поэтому сейчас все остановились. Вот пока вы приходили, 90-е, начало 2000-х, это самое благое место было вот здесь. Все тут шлепали. Менять надо что-то, да, либо полосы надо создать, либо... Да я им говорил, вот так направление движения надо мне сократить, потому что там не успевает, не успевает. Он едет прямо, ему надо поворачивать, он его может увидеть, а может не увидеть. Да, пусть он гуляет, заплачу еще. Заниматься уже. Ну, 20 дней, 50%. Ну уж извините, что там получилось. Не забит. Вот, я, вот, там через выход. В следующий раз хотя бы говорить, скажите, дайте я посоветую, подождите, позвоню, как бы, чтобы вот... Здесь, да, процедуру прям? Не начинать, да, вот, подъехал, вот, да, да. Держите, пожалуйста. Я вообще не знаю, я вот в Кремле работаю. Давайте я вас провожу, вместе пройдем. Ну, я вообще не нарушаю. Давайте, вы тоже можете с нами пройти. Так, ладно, короче, я на телефоне. Всего доброго, спасибо, что приехали. Юрать.